Вот оно, друзья, начало украинского тура. Что ж. Вот оно, вот оно. Вот оно. Мы едем в Ярославль выступать на Добротинске. Добро. Мы пытаемся уехать из Могилёва. Ну что, Сибирь, пока. Максимально идите нахуй! Я бы хотел сказать вам, что мне очень нравится то, что вы делаете. Спасибо вам за вашу музыку. Мне тоже нравится. Москвич, нету гляда больше денег, Владимир Ильич. Метро столичка, названа его именем. Станция университетского казарения. Она изучала, и нельзя изучать. Я прошу любить. Наши люди, поднимите руки, если вы слышите эти штуки. Это мой земщик, вы слышали о нас, да? Вы нас услышите еще не раз. Наши люди, вообще полное мясо, друзья. Смотрите, что мы видим. Ой, мы как раз ничего не видим. Ребята, ну для экстрим-видео это было слабовато. Я там троих положу, ты пятерых. Макс, я уже семерых положу. Александр Кислинский только что получил в плечо от барабанщика. Случилось, и я уверен, что это все на милость и по причине белого человека в этих странах. Так вот, мой большой привет группе Нирвана, Диме Билану и всем остальным покойным людям. Я надеюсь, что сейчас вы готовы. Спасибо, что приехали к нам. Огромное спасибо. Приезжайте еще. Странный сон, электронный Вавилон. Роботы со всех сторон окружили. Смог и полчища машину, небоскребов нет вершин. В небе только этажи расположились. Антенны, трубы, провода, с экологией беда. Будто люди никогда тут не жили. Щурятся глаза от ламп, свет неоновых реклам. Мозг закачивает спам, нон-стоп режиме. Роботы не умеют удивляться, не смеются и не видят снов. И я, программа будет выполняться от и до, и без всяких «но». Роботы не умеют удивляться, не смеются и не видят снов. И я, программа будет выполняться от и до, и без всяких «но». В общем, режиссер мне не нравится. Макс, да просто убухать, как Саша. Я думал, что мы просто на дне рождения выпили, а потом встретимся, ну, уже, естественно, нормально. Он тогда пил, потом мы встречались, он пил. Я так понял, вообще все время как любит. Ну да, все время в очко и 7-5. Нужно только бабки. Да может кино получится говняное, чуваки. Нарежем два пиздюса. И в интернет его убьют. Парни, а почему мы получаем свои проценты только с 2/3 суммы? Потому что треть сразу режиссеру. Договорились же по-другому вроде. Ну вот, я и говорю, 7 пятниц на неделе. Договорились уже обо всем. Он опять попробует. Саш, ну что ты молчишь? Да мне похер. Как всегда, все похер? Да. Слушай, ну а что там по поводу бумстартера пишут? Бумстартер? Давай посмотрим комменты. Ну, как всегда, засирают. Да, и что засирают? Что говорят? А почему, собственно, мы должны платить? Нету, что ли, всяких спонсоров? Кругом обманутые вкладчики, да? Нойз не тот, каким был раньше. Бабки. Ему нужны только бабки. Раньше он выступал не ради одного бабла. Он выступал ради идеи, смысла, музыки. Блин, ну что ты пьешь? Блядь, Саш, что ты пьешь? Ты там единственный из всех был. Показывай сейчас дорогу и все.
парнем, но я дом хорошо помню. А дорога не очень. Зима была. Подвезете меня? Тут недалеко. Дорогу покажешь? Садись. Слушай, а может ты знаешь, где это? Мы ищем дом такой двухэтажный. Ну да, и там еще деревья вот такие. Догадываюсь. Едем. Дядя, выходи, бить не буду. Я, слышь, хорош. Дурачки. Ну, со света жгу, гоните ее сейчас. Иди домой, дрянь! Это что за персонаж? Братик-алкаш. О, Сашка, твой коллега. Когда не пьет, нормально. А пенсию получит. 5 дней бухает, и столько же отходняк. Сашуль, знакомая картина. Слишком он молод для пенсионера. Инвалид психически, суицидник. А родители что? Нет их. Давняя история. Извини. Когда бухает, я в лесу живу. Там есть пара заброшенных хуторов. На глаза ему появляться нельзя. Злой, денег нет. Заставляет ягоды и грибы собирать, а потом на трассе продавать. Жду, говорит, когда вырастешь, проституткой работать будешь. Вот урод. Проституткой в нашей стране быть самое выгодное дело. Ядя – это Ядвига, католическое имя, святая такая была. Ядвига Селезская, монашка, покровительница сирот и брошенных детей. А мама меня Ягодкой называла. А брата Курт зовут. Прикольно. Похож. Саш. Слушай, бро. Ну, деревья вроде похожи. Открывай, иди. Окей. Отстой. Спасибо, швейцар. Да, интересный домик. Супер коттедж, Сань. Других двухэтажек здесь нет. Из пары заброшенных хуторов. Ну понятно, значит, это он. Сколько звезд, сынок? 666, Макс. Парни, все круто. Чего вы, блин, скрываетесь? Паш, подними жратву не холодильник. Ну что, тебе до сих пор плохо? Абсолютно. Ого! Ты
Вообще электричество-то есть? Походу, Саша, не... спать где? О, да ладно. Тесняк, ты что, вообще охренел? Ну ты вообще что, Саш? Ты что, коттедж? Ну типа того. Ты работай. Зато смотри, какой сатанинский алтарь. Класс. Класс. Саш, выпей меня, брат. Класс. Пашок, иди сюда. Смотри-ка. Аврил. Аврил Лавин, что ли? Кисло, ты вообще охерел. Ты же с ума сошел, куда ты меня привез? Ну нахрена. Чуваки, да что, тока нету? Да тут не тока, тока нет. Не тока, тока? Саш, тут деревья похожи, да? Да. Деревья точно похожи, Кисляк? Да, и кровать есть. Извлеченный головной мозг необходимо взвесить и произвести наружный осмотр. Парни, хватит душиться. Круто все. Кисля, что там? Крыша есть над головой? Стены есть? Саш, кровати есть? Крыша есть, а дома никого, да? Спи, мой баноба, усни. Да ни хера тут нет, Макс. Кроме плесени. Пойдемте репетировать, чуваки. Пойдемте. Достанем барахло. Кислый, давай шевелись. Да иду. Общего гула вдруг заревели сирены пронзительно. Машины белые с полосками синими, внутри без водителей, притормозили метрах в пяти. И незамедлительно, словно трансформеры, превратились в порядка блюстителей. Срочно шуметь прекратите, хватит петь, гитару кладите. Почему не на работе, чем вызван сбой в основной утилите? Ошибка в программном коде или примесями в электролите? Пройдите с нами, вам необходим ремонт принудительный. Привезли меня в окоп, самый главный робокоп. Свой хромированный лоб долго хмурил. Ко мне кабель подключил, жесткий диск мой изучил. Кучу там понаходил всякой дури. Клавиш отделит и мышь, лишнему сказали кыш. Из программ остался лишь калькулятор. Удивительно смешно, мне проснуться бы давно. Но мне проснуться не дано и не надо. Ведь роботы не умеют удивляться. Не смеются и не видят сон. Программа будет выполняться от и до и без всяких но. Роботы не умеют удивляться. Не смеются и не видят сон. Программа будет выполняться от и до и без всяких но. Я держи. Круто. Я тебе очень классно быть рок-н-ролльщиком. Бухло, жрачка, шмотки. Даже бабы иногда на халяву. Продукт плейсмент, мазафака. А что это? Нет, ну, это очень сложный бизнес-процесс, придуманный эпокаинными рекламщиками в 50-е. На самом деле, суть его заключается в том, что если какая-нибудь популярная молодежная группа получает на халяву шмотки, прыгает в них и скачет на сцене, предполагается, что их фанаты будут покупать такие же шмотки. Но мне кажется, это давно уже не работает. Работает.
Я больше в рекламу верю. Макс, вот в рекламу ты веришь, а в Бога нет, да? Не, Санек, 21 век, какой Бог, ты чё? Я когда в лесу от брата прячусь, иногда не только поверишь, но увидишь и лешего, и бабку Ёшку, иногда даже русалку. Русалка, это интересно. Я посмотрел бы, как у нее что расположено. Саш, заткнись, а. В общем, парни, вы давайте репетируйте, я все-таки попробую дозвониться до этой конторы, узнать, где находится наш коттедж. Потому что здесь жить нереально. Это явно не он. Ядя, тут в деревне работает связь, нет? Нет. Все друг другу через три дома кричат. Ну, поехали тогда до трассы доедем, там ловила. Попробуем дозвониться. В общем, мы скоро будем. Пора репать. Да я хочу жене позвонить, она переживает, волнуется, понимаешь? Обещал звонить каждый день. А они надо мной смеются, когда в сторону отхожу поболтать. Странно, мне казалось, вы друзья. Да были мы друзьями когда-то, в студенчестве. Но с тех пор все поменялось, уже совсем не так, как раньше. Вы же такие известные, так много денег зарабатываете. Ну да, зарабатываем. Я вам концерты играю. Инструменты таскаю, в ремонт отвожу, базой репетиционной занимаюсь. А кислый опоздает, придет пьяный, партии свои забудет, сыграет все черти как. И получит столько же. А Пашок? Паша молодой олигарх в душе. Он хочет все деньги сразу получить. Готов по 40 концертов играть. А Ваня? А Ваня получает больше всех. И у него уже столько денег, что ему век не потратить. Ядя, а куда ехать? Я не помню уже, где трасса. Трасса вон там. Но держитесь лучше вот этого ориентира, чтобы вернуться. Угу. А мне надо к соседке. Я соберу Ивану сбор трав. Ну давай. За несколько дней станет лучше. Хорошо, спасибо. Эскалатору ползущим вниз, обогнать пытаясь медленный механизм. Задыхаясь, кашляя, споткнулся эскиз, плавно уезжаешь обратно. Мимо проплывают лица хмурых людей, мило улыбается с плаката модель. Миру наплевать на твою странную цель, людям ничего не понятно. Нет, нет, только не туда, но вариантов ведь не туда. Нет, нет, только не туда, но вариантов ведь не туда. Между висками пролег туннель, шпалы, колеса, рельсы. Шум в голове, как огромный шмель, трется от череп тельцем. Колет в боку, в горле першит, слюна с металлическим вкусом. Мятая карточка едет, шуршит, стикеры зазывают на тузу. Сердце берет у здоровья кредит и вряд ли отдаст. Ты как лось, который еле стоит, порезав ноги об нас. Ступени затащат тебя туда, где лестница станет лентой. Вариантов ведь нету, да, смирись, все попытки тщетны. Вверх по эскалатору, ползущим вниз, обогнать пытаясь медленный механизм. Задыхаясь, кашляя, споткнулся эскиз, плавно уезжаешь обратно. Мимо проплывают лица хмурых людей, мимо улыбается плаката модель. Миру наплевать на твою странную цель, ничего не понятно. Нет, нет, только не туда, но вариантов ведь не туда. Нет, нет, только не туда, но вариантов ведь не туда.
Обманчивая легкость первых шагов, наивный энтузиазм. Казалось, ты стопудово готов и добежишь полюбас. Растущее напряжение в ногах, участившийся пульс. Долой сомнения, в черт устах, стало трудней, ну и пусть. Сердце берет у здоровья кредит и вряд ли отдаст. Ты как кость, который еле стоит, порезав ноги об нас. Ступени затащат тебя туда, где лестница станет лентой. Вариантов ведь нету, да, попробуй еще раз, мечтать не вредно. Вверх по эскалатору, ползущим вниз. Обогнать пытаясь медленный механизм. Задыхаясь, кашляя, споткнулся и скис. Плавно уезжаешь обратно. Мимо проплывают лица хмурых людей. Мило улыбается с плаката модель. Миру наплевать на твою странную цель. Людям ничего не понятно. Нет, нет, только не туда. Но вариантов ведь не туда. Нет, нет, только не туда. Но вариантов ведь не туда. Нет, нет, только не туда. Но вариантов ведь не туда. Нет, нет, только не туда. Но вариантов ведь не туда. Чуваки, на сегодня все. Я пойду в домик полежу. Фанёк, ты в баню-то пойдёшь? Чё это с ним? Саш, ты что, сам что ли не знаешь? Ничего, крамера нет уже 2 часа. Что от вас слышит? Мысль, что все хуйня, чувак, понимаешь? Как бы все хуйня. Ваньку, блин, кажется, что все хуйня. Тебе кажется, все хуйня. И это очень по-разному, понимаешь? Как бы для вас обоих точно все хуйня. Чисто, блядь, ты что думаешь, я настолько тебя отличаюсь, блядь, ебаный рот? Да, отличаешься, конечно. Что не любишь бухать, блядь, не люблю кататься на мотоцикле, блядь, или что? Любишь. Да, вот в этом плане, чувак, я тебя очень отличаюсь, понимаешь? Как бы я такой же отморозок, понимаешь? Выяснилось, что, блядь, как бы отморозком будет, как бы, с детьми не так тоже просто, понимаешь? Вообще непросто. Не а просто. Может быть даже невозможно, вот поэтому розыгрыш с детьми. Вот, блядь, как будто. И вот это, если не понимаешь, ни ты, блядь, ни войну. Понял? А что с Иваном? Вять, понимаешь, последние 2 года у Ивана очень серьезные проблемы со здоровьем. Рок-н-ролльный угар не проходит даром для внутренних органов. Доктор ему еще выписал адские колеса, а он по дурости их вискарем запивал. Ну плюс сейчас песни у него не пишутся в последнее время, понимаешь? Может, пить меньше надо? Нет, Ять, пить надо больше. Значит, какой рок-н-ролл? Никакого рок-н-ролла. А почему вы все время с Пашей ссоритесь? Я, да достал он уже меня. Считает себя самым крутым и серьезным мужиком на этой планете. М? Что это за дерьмо? Это трава, чтобы Ваню за 2 дня поднять. Не, я тебя лучше своего попью. Саш, что за шутки, а?
тебя и друзья. В смысле? Тебе плохо, а им все равно. Один напился, второй уехал, третий в баню пошел. Не похоже это все на дружбу. Да, просто я в последнее время почти всегда в таком состоянии. Они, походу, привыкли, уже не обращают внимания особо. Ну, а вообще, да, наверное, все не так, как раньше. Тебе отдыхать надо побольше. Попробуем это объясни. Все думают только о бабле. Ну, просто вечно не хватает. Другой считает, что должен получать больше, чем третий и так далее. Ну, а ко мне, соответственно, классовая ненависть. Я же всего лишь написал какие-то там песни, которые слушают какие-то там люди. С чего это я получаю в 5 раз больше? Еще и отдыхать хочу, козел. Нет уж, давай. Тур на 30 городов, ори каждый день, голос срывай. Прыгай, пока позвоночник окончательно не рассыплется. А песни в автобусе пиши, вместо сна. Неужели они не понимают? Походу, не понимают. Кроме Кислого, разве что. Но у него свои минусы. Да уж. На, вот выпей. Выпей яля? Выпей Ваня. Это целебный отвар. Он от всего. Семейный рецепт. Ничего. Спасибо. Раз, два, три. Я не выхожу из дома никуда. Уже с десяток лет. Кухня, коридор, гостиная, кладовка, спальня, туалет. Мусор выношу в прихожую к двериста. Чего ты? Вань, какая нахер репетиция? Жрать нечего, дом убойки. Надо делать что-то, а не на гитарах бренчать. Да Макс приедет, нормально все будет. Здорово, пацаны. Как бодрость духа? Мудак ты, Кислый, шутки эти мудацкие. В смысле, какие шутки? Басуха дед посеял вчера. О, флэкью. Давай песню новую разбирать. Давайте. Раз, два, три, четыре. Подъезд. Си-си, ре. Там, Саша, блин, Ванек, вороны разорались, сбивают меня с толку. Совлачные существа, ей-богу, эти вороны. Хуже баб. Может, ты не любил никогда? Да не, я почему любил. Раз 50 точно любил. Потом со счета сбился, уви. Циник. Да не, Ванек, не циник, а антрополог, натуралист. Угу. Ну, блин, какая парня любовь, нафиг. Тупое самообольщение, распаленное физиологическим влечением. Когда осознаешь, что трезвым умом, никакую большую бабскую разводку ты не купишься. Любовь. Пф, чушь. Как говорится, есть только похоть, за нее и держись. Саш, задрал ты с убогой философией! Макс вернется, позови.
наконец-то свалил толстый гестаповец. Можно выпить теперь хотя бы. Ты раб индустрии, огонь потребления жжет твою душу, зажатую в хвиле. Между десяток желаний навязанных медиа за тебя все решили. Пора мыслить шире, выбрать либо жизнь, либо живой интерес. Наживи, не хочешь быть критиком лживой машины? Давай покажи им! Убей себе потребителя, живи, сук, самодельной обители. Из людей, среди растений и зверей охуительно. Грибы, орехи, трава, замечательно. Система будет мертва. Время роды у своей подружки на опушке. Птицы щебечут, квакают лягушки. Что-то шевелится в кустах, но это чушь. Все, воды отошли, давай, дорогая, тушься. Все короче паузы, все чаще схватки. Слабое раскрытие шейки матки. На деревьях не растут стерильные перчатки. Не молчи, давай скажи, что все в порядке. Это все естественно, это все не страшно. Прихлопни комара на любимой ляжке. Еще пара часов и станешь папашкой. Глянь, как там башка, не видна пока что. Стоны, крики, шуршит листвой, матушка Россия. Никакой эпидуральной анестезии. Хорошо, что летний день, а не вечер зимний. Благодать красива. Убей себе потребителя, жив в лесу, в самодельной обители. Из ветвей, среди растений и зверей охуительно. Грибы, орехи, трава, замечательно. Система будет мертва. Раз будет попроще, не пасься. Ты измазался весь, иди искупайся. Пока твой новый родственник губами елозит по материнской груди в поисках молозива. Слякоть, сырость, морось утром подморозила тобою. Гляди, первым льдом возьмется озеро. Не за горами голые ветки с осенью. Птицы больше не поют, гнезда позабросили. Осень не самый кайфовый сезон. Медведь недоволен, голоден и зол. Под угрозой чистота единственных трусов. Лучше стой, где стоишь, бежать не резон. Пытаться лезть на ель тоже бесполезно. Представь, что яйца из стали, нервы и железо. Не показывай страха, не сходи с места. Ты хозяин леса. Убей себе потребителя, жив в лесу, в самодельной обители. Из ветвей, среди растений и зверей охуительно. О, Яня, ну как тебе тут? Супер. Большой улов. Я тут грибов собрала. Парни не едоки. Все нам досталось. Очень поганки? Вкусно. Какие поганки. Эндемики. Дед Саша даже по ним диссертацию защитил. Что с дед Саша? Спокойный наш краевед. Дед Гаврюшин. Ты ешь, ешь. Они очень вкусные. Как свежее сало. Как сало, говоришь? Угу. Угу. Класс! Ну, а что там на большой земле? Ванёк спит. А киса с деревьями болтает. Понятно. Достали они меня. Один в гении играет. Вдохновение, видели, потерял. А сам, как дитё малое, без нас шагу ступить не может. Кислый вообще дерьмо человек. Сама видела. Да и Макс тоже в последнее время. Вроде бы и дружен с ним с детства. Как начнет нудить, хоть вешайся. Ну, я, понимаешь, нормальный мужик. Я люблю, когда все в порядку, по полочкам. Когда во всем хозяйская жилка есть. Когда у тебя рыба, заяц, шалаш. Все понятно. А вместо этого должен сейчас тут нянчиться с этими клоунами. Тяжело тебе. Это точно. Ять.
Спокойно, Саня. Здорово, Банок. Здорово, Ванек. Че, рубанем? Ты уверен? Да. Я решил побыстрее ее сделать. 93 там. Вообще, бро. 5 сек. Че, метрик живой еще? Ага. Ugh.
Ну да, сейчас. Всякали урод в крошках борода, майка черти в чем. Я не выхожу из дома никогда, время не течет. Время не вода, время то ли лед, то ли каучук. Квартира в никуда, ползущий звездолет, и я на нем лечу. В детстве я мечтал стать космонавтом, надевая комбинезон, представлял, что на мне скафандр. Ковыряя с лопатки в земле, я вполне конкретно видел, как берут пробу грунта инопланетного. Вечерами зимними в небе ясном, морозном, я взглядом прокладывал маршруты между звездами. И если бы пришельцы меня тогда похитили, я бы парился лишь о том, что меня отругали родители. Когда я вернусь оттуда с имплантатом в черепе обратно, мир без фантастики и эзотерики. Годы прошли, за мной так и не прилетели. Вместо скафандра треники, вместо анабиота теле. Бла-бла-бла-бла-бла, ничего нового. Бла-бла-бла-бла-бла, говорящие головы. Бла-бла-бла-бла-бла, ничего нового. Ничего нового, ничего нового. Прикольно. Ага. Слушай, Санек. Ну? А ты после чего захотел музыкантом быть? Ой, слушай, Ванек, такая история, знаешь. Когда мне было 14 лет, я уже был обычный железногорский гопник. Ну, с лысой головой такой, весь на спортивном, пацанчик. Вот. И, короче, как-то смотрел кабельное телевидение, и там в перерывах между боями без правил зачем-то показали кусок концерта Нирваны, знаешь, там плакат, вот. Играли мне песню «Where did you sleep last night» и защемило пацанское сердце. Вообще, да, невыносимо. Слушай, не рождалось в пацанском сердце желание Кобейну за длинные волосы предъявить, пощан надавать, ну все такое? Да не, бро. Наоборот, захотелось тут же длинный хайр отрастить, понимаешь, как мазаться героином и крутить гитару от сцены. Ну, агрессия, весь этот беспредел, вот что как бы привлекало меня в первую очередь, понимаешь, музыка. Я в детстве мечтал ученым быть, я вообще был таким задротом-ботаником. Хотел людям пользу приносить, роботов конструировать, космические корабли строить, унитазы с искусственным интеллектом изобретать. Ну, что там еще людям нужно для полного счастья? Вот. Ну и потом я уже на гитаре играл, и музыка мне нравилась, конечно, но все равно я до 12 лет думал, что она все-таки не такая полезная, как космический робот-унитаз. А потом я написал свою первую песню. Uh-huh. И показалось, что робот-унитаз из далекого будущего не такая уж полезная фигня. Ну ладно, ну сыграй песню, Ванек. Песню? Да. Ты помнишь ее? Че? Ну помню, да. Не, Ванек, да, это булшит. Я за робота унитаза, конечно. Да, я тоже уже теперь за него. Более того, я, походу, всю жизнь его и проектировал. А думаю, что группу создаю. Да, Ванек. Гурпин сейчас, конечно, полная жопа. Блин, бро, ну ты знаешь, что во всем виноват? Блин, ты ровный Боров, который кроме денег ничего не видит, не хочет видеть, понимаешь? Ну посмотри правде в глаза, еще в общаге все хотели бабла. Когда мы отыграли первый концерт на Арбате, заработали косарь и поделили его на четверых, мы потом с Пашком возле метро положили себе по стольнику на телефон и дико проорали от этого. All you need is love. Блин, Ванек, ну я понял, но бабла все хотели, ну как бы бабла можно хотеть по-разному. Ну сам знаешь, я никогда особо на бабле не заморачивался, например. Поэтому ты работал консультантом в Эльдорадо? Ну блин, ну... Консультантом в Эльдорадо. Мне нужен был компьютерный монитор, раз, понимаешь? Ну и за репы платить, опять же, кому-то надо было. То есть, all you need is love, and monitor, and репетиция. Ну, типа того. Ну, а у Пашка-то этот список еще немного подлиннее стал с годами. И у Макса. Я тоже отец двоих детей. Просто правда в том, что после лов обязательно будет продолжение. Ну, не, Ванек. После лов не будет продолжения, поверь мне. Да, ну и не нужно.
Ты ли это, Саш? Чувак, а ты что, никого не замечаешь здесь? Странно. О, мужик, ты сестру мою не видел? Опять ты? О, это ты, урод. Че сестру ты ранишь? Уйдел к ним. Я не помню. Че не помню? Я помню, последний раз деньги с мужиками на почте получал. Потом мы в бар ходили. Бармаши зуба от этого не было. Красивая, блин, гитара у тебя. А можно попробовать? Я трезвый нормальный, не ссы. Медиатор дать? Ну, сейчас что-то будет, да? Ты, Ваня, смотри, это же my girl, my girl, don't lie to me. Что-то не то уже. А хули тут гнать? Раньше у меня столько денег было. Деньги, они правят мир. Они даже хотят, чтобы ты пел об этом. Они лишают тебя музыки, друзей. Один раз попробовал и понеслась. А заднюю врубишь, пизда тебе. По мне так лучше бухать, чем делать деньги. А девушка у вас красивая.
пожалуйста. На небе пожар, и я совершаю прыжок со своего этажа. Последний шаг, внизу батуты не лежат, а жаль. Там только люди малюсенькие мельтешат. От страха дрожая, не соображая, куда бежать. Тонны пропитанных холодным потом ночных пижам липнут к телам разбуженных горожан. По стеклам небоскребам не сползет огромный шар. Такого в своих окнах город не отражал. Еще никогда никому не доводилось видеть метеоры близко так. Провода натянув, город ловит меня в сети, последний шаг. И я сгораю, входя в плотные слои атмосферы, давая людям ощущение свободы. Ничего не производят заводы, все смотрят на небо, где я сгораю. Тона причудливые крася воздух, своим сиянием загребая звезды. Горю, исчезая. Камикадзе, гравитация. Облака пока не смогу остаться. Вот вам от меня на память раскаленная субстанция. Полюбуйтесь, как она будет охлаждаться. Оседая на крыше асфальт и одежду, между небом и землей заполняя бреши, раскрашивая скучным урбаном цвета нездешние, с душным смогом перемешиваясь неспешно. Красоты неземной, ни в то время, ни в том месте взойдет заря. Опасности никакой. Вот и все, ты боялся зря. А я сгораю, входя в плотные слои атмосферы, давая людям ощущение свободы. Ничего не производят заводы, все смотрят на небо, где я сгораю. Тона причудливые крася воздух, своим сиянием затмевая звезды. Горю, исчезая. Ветер скоро развеет мои следы, загулявшему небу вернув покой. Ключ рутины в наручниках суеты. Повернется снова по часовой. Да. Потому что как бы, все это вот внешне, это же чушь, верно, Ванёк? Вот. Главное, чтобы не было педофилов, хуефилов, блядь. Ой, Катюша. 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 Бессмысленные слова. Ведь тобой, видишь, гол как сокол. И я. Метафорически и в прямом смысле. Хватит ребенеться, да? Хватит. Не ребенеться, братан. Не думаю, что мы какое-то говно. Да мы не говно. Вот. И знаешь, еще важно. Маленький хат трибут. Подожди, не, Ванёк, подожди, не смейся. И мы все понимаем, потому что мы твои друзья. Не смейся. Братан, знаешь, как бы о чем не смейся? Вот была такая хат-трибутик как бы тема, что все, что у нас есть, благодаря тебе. Да? Вот. Это твой месседж, да? Братан, ну если бы, короче, блядь, тебя бы не было, да?
мы не валялись, блядь, под забором, блядь, пьяные, обрыганные, понимаешь, как бы, и уебищные. Понимаешь, да, мы были бы другие, но мы бы тоже были бы, понимаешь. Был бы Свет Кислинский, понимаешь, который бы покорял, блядь, как бы, ну, вокруг себя всех. Наш тебе официальный месседж, на самом деле, если бы тебя не было, все было бы совсем по-другому. Было бы намного более не классно, это факт, понимаешь, потому что с тобой мы переживаем много счастья, понимаешь, много, блядь. Так много, прекрасных что порой, моментов. Порой, блядь, что кажется, сколько уже, блядь, можно счастья, братан, бро, понимаешь? Блин, да. Ну, порой у нас бы не было столько, фигу столько в кармане, счастья, понимаешь, да? Ванек. Порой нам кажется, что фигу в кармане Ванек, ты не держишь, уходи, и думаешь, не уходи. И думаешь, что мы какие-то, блядь, долбоёбы, как бы. Да, да. А мы же, блядь, бы не было. А мы твои вообще, друзья, блин. Это во-первых, это во-первых. А во-вторых, мы здесь в том, что, понимаешь, как бы, если не было тебя, мы были бы чьи-то другие охуенные друзья, да, Кисляк? Да, ну и хуй с ним. Другие охуенные друзья. Блядь. Бро, ну, не репенься, понимаешь, да. Тебя, да что ты репенишься, блин? Максимально сокращаю. Да? Нет. Не, ну ты сейчас, блядь, блин. Ты не посмотришь, что ты репенишься, понимаешь, либо ты репенишься, либо ты в раковину уходишь. Ну, блядь, не уходи в раковину, чувак. Братан. Блин, ну это же мы, ёб твою мать. Это Кислинский, блядь, и Тетерин. Чуваки, разговор прошел по охуению, если бы я тоже мог наебениться как-то. Наебенься, блядь. Я не могу. Забей, как бы. Убей все потребители, печенка, блядь, барахля, понимаешь, чувак. Ну то есть, наебенься, братан, на соблюдь. Блин, Ванёк, мы так тебя любим, чувак. И мы, блядь, ну, нихуя несём себе лучше.